Рекламно-информационная программа. Проект выходит при поддержке группы компаний «Новый дом». С верой в спорт. Добрый день, это программа «С верой в спорт», у микрофона Вера Власова. В минувшее воскресенье, 15 июля, завершилось колоссальное по своей величине, значимости, бюджету и количеству неравнодушных людей мероприятие «Чемпионат мира по футболу 2018». О том, как эти события отразятся, и, скорее всего, отразятся на состоянии футбола в России, в частности, в кировском футболе, обсудим с нашими экспертами. Это ветеран кировского футбола Евгений Душкин. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Да, и старший тренер по футболу ШОР номер 8 города Кирова. Сергей Самарцев. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте. Итак, завершился чемпионат. Ваша оценка, справилась ли Россия с проведением мероприятия такого уровня? Если справилась, то на какую оценку? Евгений Алексеевич. Результат всей работы, всего, можно сказать, правительства Российской Федерации, всего населения города Кирова по проведению этих соревнований на высшем уровне. Вот, и это же оценили даже у нас средства массовой информации, которые относятся негативно к нашей стране. Mm-hmm. Особенно американцы постарались, что сказали тогда, чемпионат мира никогда на таком высоком уровне не проходил. Это же отметил президент США Трамп. Угу, то есть прошло на высоком уровне. Но американцы, понятно, ваше какое личное ощущение с точки зрения, скажем так, вот человека из России, да, когда мы понимаем, какие затраты на это все, что россияне потеряли, да, может быть, где-то недополучили, вместо того, чтобы вот отыграть такой красивый большой праздник. Ну, о затратах можно говорить с утра до вечера и не прийти никогда к никакому выводу. Самое основное, что все очень довольны, жители России, население России, что проведение их соревнований, и это ярко было эмоционально. Тем более с нашей страной познакомились много туристов, которые, надеюсь, приедут еще не раз в нашу страну. Да, и принесут нам деньги. И принесут нам деньги. Большие, большие, да. Дмитрий Николаевич, что вы думаете? Ну, в первую очередь, это действительно был большой праздник футбола в нашей стране. Атмосфера на всех стадионах была очень позитивная, болельщики рады, все счастливы. Но, как бывает часто, после праздника наступает похмелье, да, скажем так. Так вот, задача, я считаю, задача руководителей футбола, руководителей страны в данный случай, чтобы после этого праздника в стране похмелье не наступило относительно развития футбола. Вот. И чтобы это послужило толчком для дальнейшего движения вперед, а не покатилось все вниз, как говорится. Угу. На самом деле, на стадионах тоже видно было, только на экранах смотрела. Большое воодушевление, но не только на стадионах, в городах, которые принимали игры чемпионата, которые принимали матчи гостей, иностранцев. Невероятное воодушевление, все счастливы. На самом деле, был какой-то вот невероятный всеобщий экстаз, да, положительные характеристики этого слова. Огромное количество болельщиков у экранов, в фан-зонах, дома, в кафе, где угодно. То есть все болели, все переживали. И даже если играла не российская команда, все равно так или иначе поддерживали. Вот как раз вы сказали про так называемый футбольный похмелье, Сергей Николаевич. Вот, а как, на ваш взгляд, хорошо бы сделать так, чтобы оно было максимально нейтрализовано? Ну, во-первых, этот интерес жителей страны нужно поддерживать сейчас к футболу. Соответственно, нужно основа всего спорта в целом, не только футбола, это, конечно, детско-юношеский спорт. То есть, чем больше детей мы привлекаем к занятию футболом, тем больше родителей, соответственно, тоже проявляют интерес к данному виду спорта. Да? И, ну, соответственно, те суперобъекты, которые построены в городах, да, базы тренировочные для команд участниц были, значит, отличные стадионы с большой вместимостью, они должны заполняться в будущем. То есть, они не должны простаивать без дела, так сказать, ветшать и рушиться. А чтобы эти объекты жили дальше, значит, нам нужно сейчас обязательно вкладываться в детский и юношеский спорт, развивать интерес, поднимать в стране в целом, ну, двигаться вперед. Ну, а как вы считаете, в тех городах, где были построены с нуля, построены огромнейшие стадионы, это будет востребовано? Чем они займут эти площади огромные? И это же энергетические затраты тоже большие. Ну, это есть цифры, конечно, да. Города, допустим, Нижний Новгород, построен отличный стадион на 40 тысяч, да, там есть команда, футбольный клуб «Олимпиас» в прошлом, сейчас она называется футбольный клуб «Нижний Новгород», играет в ФНЛ, то есть не в самой высшей лиге, скажем так. И количество болельщиков на матчах этой команды, ну, максимум
2-3 тысячи людей. То есть, соответственно, занимать такой стадион, и чтобы посещаемость была 2-3 тысячи рублей, ну нет, нецелесообразно с экономической точки зрения. Вот мы об этом и говорим, чтобы нам нужно поднять интерес футбола, чтобы личиков на стадионах было больше. То есть вы считаете, тогда что это реально все будет функционировать? Что будет на команду вот, Нижегородскую, в частности, на Нижегородскую, ходить 40 тысяч человек смотреть? Ну, смотря какой футбол они будут показывать, смотря как будет развить спорт в городе, смотря сколько человек будет о футболе думать. Ну, первая ласточка, это, естественно, футбольные стадионы, как их будут использоваться, это вчерашняя игра. Игра между Мордовией Саранск и Балтикой Калининград. Так. Нет, не Балтика Калининград, а Нижний Новгород. Нижний Новгород и Саранск. 28 тысяч было. То есть заполнен стадион был полностью. Ну, согласитесь. Это уже очень хорошо. Это очень хорошо, согласен. Тем более Саранск, он по численности меньше, чем город Киров. Конечно. То есть интерес уже населения есть к футболу. И вот первая ласточка, которая первая игра доказала. Как дальше будет, мы уже посмотрим. А у вас нет сомнений в том, что эта картинка, которую нам показали вчера, показала вчерашняя игра, она немножечко скрашена тем, что есть задача чиновникам, не знаю, инвесторам показать, что да, эти площади не будут пустовать, что да, они будут занимаемы болельщиками, зрителями. Но это, естественно, спортивные чиновники, когда заинтересованы, чтобы результаты были в их пользу. Естественно, преувеличение есть и будет всегда. Ну, может быть, это и хорошо даже, да? Ну, хорошо. Потому что это будет других заряжать интересом. Но это уголовно наказуемое дело. Статистика такая. Если билеты печатают бесплатно и говорят, господа, сходите, то почему бы и нет? А почему нет? В этом ничего уголовно наказуемого нет, наоборот, на пользу. Ну, это проследим, значит, в течение этих месяцев, как будет посещаемость этих стадионов. Посещаемость, я думаю, будет очень хорошая. Очень в это верим, мы надеемся. Я сейчас, данный момент, 27 июля еду на игру Суперкубок между ЦСКА и Локомотив в Нижний Новгород. Угу. Так там практически билетов уже не осталось в продаже. Да вы что? Да. Это здорово. Так что вот это говорит о том, что интерес футбола есть в Нижнем Новгороде. Да, прекрасный пример того, что если есть площадь, то уже, если есть места, если есть зал, хороший зал, то туда уже будут приходить. Ну, это большой шаг в развитии футбола, конечно. Вот построили стадионы, гостиницы, дороги. Это очень здорово. Наша область, конечно, это деяние прошло мимо. Вот мы заботимся о другом. Как занять наших детей, как взрослое население продолжит играть в футбол. Вот эти у нас проблемы. Ну, давайте перед тем, как перейти к проблемам, да, еще немножечко про чемпионат поговорим. Те команды, сборные, футболисты, которые вызвали у вас наиболее позитивную реакцию, да, и, соответственно, те команды, игроки, которые могут преподать положительный пример для молодого поколения, зарядить их на то, чтобы идти играть в футбол. Кто это для вас? Евгений Алексеевич, давайте с вас начнем. Ну, для меня, во-первых, что попадание в сборную Черышева Дениса, это было очень радостно. Потому же радостно, потому что я считаю, что Черышев один из самых интеллектуальных игроков в сборной России. Угу. Он высокого уровня игрок, ответственный. И к нему нужно, конечно, игроков подбирать таких, чтобы они видение игры было у них одинаково. Тогда будет результат. Но несмотря на это, даже Черышев, смотрите, 4 гола забил, угу. А все они изумительные. И один из голов считается вторым по красоте всего турнира. Это же здорово. Это очень здорово. Ну и, естественно, яркая звезда – это Дзюба, который, да, со своей оригинальной игрой показал всему миру, что есть в России футболисты. Да, и вообще, по некоторым мнениям, по некоторым оценкам, сборная России – это открытие чемпионата, и есть надежда, да. Ну, Сергей, вот сборная Франции, наверное, расскажет. Сергей Николаевич, да, расскажите. Нам игрок очень понравился. Я бы хотел все-таки сказать, да, во-первых, отозваться об игре сборной России. Так. Ребята действительно показали даже, наверное, больше, чем они могут на самом деле. Выступление было великолепное, скажем так. Вот этот выход в 1/4, это, можно сказать, даже выше, честно говоря, потолка. Мы этого, ну, многие не ожидали. Но получилось, молодцы. То есть ребята на поле оставили все, что у них было, даже чуть больше. Ну, а на меня уже второй
крупный турнир, конечно, самое сильное впечатление производит все-таки сборная Исландии. То есть команда с этого островного государства, там с населением 300 тысяч человек, выходит второй год под, второй турнир подряд в финальную часть, играет, играет успешно, приезжает много болельщиков, опять же. То есть это вот тот пример, к чему как бы нужно, в принципе, стремиться. Причем, если я правильно понимаю, там каждый из них еще занят своей какой-то работой официально. Нет, это, по-моему, миф, потому что у них на данный момент в стране с населением 300 тысяч человек 400 профессиональных футболистов. Угу. У них заграничных, в зарубежных чемпионатах играют 60 спортсменов, то есть, соответственно, сборная составлена из профессионалов. Откуда финансирование тогда? Вот давайте я вам расскажу вкратце про эту страну. Я очень много про нее почитал, как раз про развитие спорта. Значит, у них была очень большая проблема в конце 90-х, в начале 2000-х годов. То есть это была самая пьющая нация среди молодежи в Европе. Вот. Ну и государство как бы решит эту проблему за счет спорта. Каким образом? Каким образом? Значит, введено обязательное занятие спортом в общеобразовательных школах. То есть каждый ребенок обязан посещать спортивную секцию. Дополнительно. Дополнительно, то есть, да. Не то, что да, у нас три раза, школы, да, три раза в неделю, да, обязательно должен посещать, присутствовать там. То есть вот, и на данный момент, ну, конечно, под все это создавалась инфраструктура, то есть сейчас у них... Извините, еще и эти секции они бесплатные. Они бесплатные, да. Это все государство взяло на свои плечи. И на данный момент, значит, вот в этой стране 17 искусственных полей, 130 спортивных залов, плюс 7 крытых манежей. На 300 тысяч населения. То есть вот, и вот мы видим результаты этой работы. Команда выходит, играет. Плюс ко всему к этому у них 600 лицензированных тренеров детско-юношеских по футболу. Без лицензии там даже близко не подпустят никого работать. Вот, а теперь, как бы вот по прошествии, можно сказать, там 20 лет, значит, страна пожинает плоды той работы. Вот те, это был, конечно, очень большой удар по бюджету Исландии, но они вот выбрали этот путь, и они, можно сказать, чего-то достигли. То есть каждый второй, где, наверное, ребенок в семье, занимается футболом. Ну да, да. Учитывая количество. Да. То есть была сделана ставка. Ну, 300, вот еще одну цифру скажу. У них 75 клубов футбольных. На острове. 75 клубов, представляете? Это прекрасный пример, когда была сделана ставка на один какой-то вид спорта, на спорт и на один его вид, и добиваемся конкретного результата. Да? Про Францию еще хотели рассказать, я так понимаю. Ну, Франция, она изначально футбольная, конечно, держава. Там у них все давно на уровне, давно все поставлено. Плюс физически одаренные футболисты, как говорится, с другого континента, да, их там очень много. Они превосходят физически европейскую расу, да, довольно-таки сильно. Ну и работа с молодыми талантами, конечно, у них поставлена. Один вот Мбаппе, чего стоит, так сказать. Человека смогли вырастить, воспитать уже в возрасте 19 лет. Он выглядит намного сильнее всех своих партнеров, там, не только по своей сборной, но и других. То есть это сейчас на данный момент самый перспективный, самый, конечно, сильный футболист. Угу. Я считаю так. Ну, по уровню игры его сравнивают с великим, величайшим Пеле. Это уже говорит о многом. То есть, да, естественно, легкость. Такие его годы еще, да? Да. Причем. Как один из комментаторов сказал, он летает над футбольным полем. Не бежит, а летает. То он действительно это так. Это быстро талант. Ходит, да, да. Талант, который подкреплен огромным количеством тренировок, сил. Ну, естественно, без тренировок не бывает мастерство. Ничего. Вот и нашим игрокам надо равняться на таких вот игроков, которые, да, молодые, но уже... Ну, после этого чемпионата можно и на наших равняться. То есть там ребята тоже очень хорошо выступили, молодцы, тут ничего не скажешь. Какой-то бы обмен опытом производить, когда футболисты иностранные приезжают к нам, а наших ребят талантливых отправляют к ним. Такой переквалификация такая. Ну, да, и такая программа существует. На стажировку отправляют, в команду и в Голландию отправляют. И в Англию отправляют, и в Германию. Так, это есть. Только у сборной такая практика? Нет, клубы, которые участвуют в первенстве России, в премьер-лиге, в футбольной национальной лиге, значит, у них есть договоренность с некоторыми клубами, они общаются, значит, игроков направляют туда и к нам направляют. То есть знакомятся с этим. Это же познавать не только футбол, но и познавательно узнать о стране, узнать, конечно, жизнь как... образ жизни.
Ты мотивирует наверняка развиваться в футболе, да, чтобы впоследствии можно было туда, может быть, на постоянную работу переехать. Так или иначе. Да, а в целом, подытожим по чемпионату мира. На ваш взгляд, как вы оцениваете, окупились ли затраты? Я не говорю сейчас о цифрах. Окупились ли затраты России, да, нашей страны на проведение данного мероприятия? Окупились ли ожидания россиян от этого? Ну, давайте, вот я со своей стороны финансовые затраты не буду брать в виду. Да, дело в том, что о нас положительно заговорили во всем мире, даже наши противники, это самое основное. Они достойно выступили, достойно провели, и лучший чемпионат мира за все время проведения этих турниров. Угу. Так что это говорит о многом. То есть это нас радует, естественно. Вот, и мы будем сосредотачиваться на своих вопросах больных в нашем регионе. Да, теперь появилась возможность психологически, эмоционально их решать. Да. Угу. Сергей Николаевич. Ну, в первую очередь, значит, какая, ну, позитив, что позитивное после этого чемпионата мира? То есть в стране увидели, что футбол у нас все-таки есть. Не секрет, что было очень много шуток перед чемпионатом мира по поводу нашей сборной, как только их не называли, во что они там играли, во что угодно, только не в футбол. Ну вот на этом турнире как продемонстрировали, что мы, оказывается, не хуже всех, тоже можем, умеем играть в футбол и можем показывать нужный результат. А негативные последствия? Ну, раз посмотрим, что будет дальше. О позитивных. Хорошо, итак, следующее, о чем хочется поговорить, это, конечно же, влияние на развитие спорта, футбола после чемпионата. Насколько чемпионат заразил идеи развития футбола? Во-первых, вышестоящее, скажем так, руководство, да, это Министерство спорта и прочие структуры, и главным образом самих россиян, да, тех, кто постарше, и молодых ребят, детей, как вы считаете? Насколько сейчас сформированы потребности в этом? Сергей Николаевич. Ну, что могу сказать? По своим ощущениям, значит, получаем сейчас очень много звонков от родителей, которые хотят, чтобы их дети занимались футболом. То есть, если это раньше... Это шор номер 8. Да, шор номер 8. Mm-hmm. То есть, если раньше начинали где-то беспокоиться в сентябре-октябре, то есть, с началом учебного года, сейчас, несмотря на то, что лето, сезон отпусков, лагерей, каникул, хотят заниматься, звонят, можно ли прийти. Причем возраст детей любой, там, от 5 лет до 13. То есть, ну, вот это... Один из толчков развития футбола, я считаю. Вот чемпионат мира сыграл хорошую службу. Ну, раз уж начали про это говорить, как вы поступаете с такими родителями, которые сейчас уже хотят ребят? Мы берем обязательно детей. То есть на сентябрь? Почему? Мы берем сейчас. Уже сейчас? Да, они тренируются, все уже в сентябре там проведем контрольные нормативы и посмотрим, кого зачислим в школу, кого нет. То есть тут... Ну, берем всех сейчас, смотрим, потому что раз человек хочет заниматься, может быть, его желание будет такое, что он действительно добьется чего-то в будущем футболе. То есть смотреть, брать нужно всех, конечно. Евгений Алексеевич, что-то скажете? Или мы дальше тему про детей нет, продолжим? Нет, я скажу, что вот правильное направление, это Сергей сейчас сказал, что сейчас дети хотят заниматься в данный момент, сейчас, а не когда-то, с сентября, с августа, они сейчас хотят заниматься, им нельзя никак отказывать. Они определятся, приходят, позанимаются. Если этот вид спорта им не подойдет, они уйдут в другой. Но то, что они сейчас именно в данный момент хотят, нужно это использовать момент. Пока вот, не перегорят. Да. И можно даже среди этих маленьких мальчишек 5-15 лет, может какой-то талант появится у нас в Кирове. Хотя у нас есть достаточно известные футболисты, которые играют на высоком уровне. Это, я думаю, попозже поговорим. Наверное, да? Да, конечно. Сергей Николаевич, еще вопрос по поводу развития детского спорта, в частности, вот в той структуре, в которой вы работаете, да, сейчас шор номер 8. Окей, ребята приходят, занимаются. Какие перспективы у них, ну вот возьмем с 5 лет, да, соревнования, в которых они участвуют, мастерство, которым они будут обладать, где и как они могут применить это все? Ну, значит, начиная с 8 лет уже дети участвуют в первенстве города, в первенстве области. Эти соревнования, значит, у нас проводятся, но, к сожалению, не на том уровне, на ком хотелось бы, но они есть. То есть дети соревновательную практику определенную получают. Вот. Единственное, что мешает как бы полноценному развитию футболистов вот в нашей школе конкретно, это у нас отсутствие спортивного зала в зимний период времени.
Не то, что там кого-то крытого манежа, теплого или что-то, просто элементарно спортивного зала. Значит, единственный зал, который был на территории Новоярского района, пригодный для игры в футбол там, или мини-футбол, он, значит, закрыт с осени 2014 года. И вот уже я жду, не дождусь, когда, во-первых, хотя выделят деньги на его ремонт. Ну и вот начнется скоро пятая зима, как мы будем тренироваться на улице в зимнее время. Зимой? Зимой, конечно, да. С детьми? С детьми. Ну, хотя бы закалить их можно таким образом. Ну, только разве что. Только разве что закалить, да. Больше там, как говорится, подготовить какого-то футболиста в таких условиях просто невозможно. То есть мы занимаемся, их оздоравливаем, так сказать, но о каком-то сумасшедшем профессиональном росте, да, и выходе на более серьезный профессиональный уровень разговаривать невозможно, потому что когда ребенок полгода занимается в, ну, более-менее пригодных условиях, а полгода мы просто пытаемся сохранить то, чему мы его научили за предыдущие полгода, то у нас роста нет. Не говорим уже о развитии. Да, о развитии. Угу. То, соответственно, ну, сами посчитайте, если, допустим, условно в этой же Исландии, да, ребенок 12 месяцев в году занимается в хороших условиях, а в нашем городе славном Кирове только 6 месяцев мы играем в футбол, а 6 месяцев в нашей школе конкретно мы утаптываем снег. Кто должен выделить бюджет и о какой сумме идет речь? Ну, значит, зал он муниципальный, то есть это администрация города Кирова. На момент, когда была составлена смета 2014 год, это было порядка 12 миллионов рублей. Сейчас сумма, конечно, с силой инфляции она немножко увеличилась до 15 миллионов рублей, но, насколько я слышал, на 2019 год даже еще пока и не планируется эту сумму выделить. Понятно. Другие задачи приоритеты. Ну, видимо, да, потому что детский спорт у нас, как говорится, да и не только детский, в целом к спорту правительство относится так, как к пятому колесу телеги, то есть, ну, имеем то, что имеем. Угу. А у других спортшкол есть подобные проблемы? Нет, я, насколько знаю, в США 5, да, там у них спортивный зал есть, но он один зал, детей там команды больше, много, больше, да, тысячи, то есть всем места тоже не хватает, плюс там еще в определенное время занимаются арендаторы, в то время, когда могли бы тренироваться дети. Соответственно, многим команды, некоторые, точнее, скажем так, за свои деньги ищут другие пригодные для занятия футболом залы в городе и там тренируются. Ну, в Кирове эти как бы залы есть, а вот я про Шор номер 8, где работаю, у нас, к сожалению, удаленность от Кирова приличная, да, то есть не наездишь на тренировки Киров, а в Новоярске залов-то нет вовсе больше. Ну и кто вам без денег даст зал еще? Нет, ну деньги так, вопрос, да, можно найти спонсора, что-то еще найти, но его просто зал спонсоры, это Новоярске. Спонсоры родители. Да, но в Новоярске зал, понимаете, в Новоярске зал-то больше нет, там даже если у тебя проще есть деньги, починить. Если даже у тебя есть деньги, тебе все равно негде играть, потому что нет зала. Ну, либо строить, либо... И вот потеря этой технико-тактических навыков, то есть компенсируется физической работой, аэробной работой, то есть уже готовим не футболистов в широком плане, а... Легкоатлетов. Легкоатлетов, стайеров. Атлетов, да. Ну, у них сейчас манеж свой будет, так что тоже неплохо. Ну, манеж – это не значит, что результаты сразу пойдут вверх. Это, я, например, больной вопрос, например, построили плавательный бассейн, где результаты, нет результатов. Построили зал фигурного катания, стадион, где результаты, нет результатов. Хотя это тоже вопрос такой. Это зависит все от тренера, от личности. От энергетики тренера, от их вовлеченности. И это еще тем более. Если энергетика есть, еще, это здорово будет. Вот. Можно назвать, конечно, ряд тренеров высокой квалификации, которые занимались плаванием, которые в фигурном катании, у которых были результаты. Сейчас пока в данном случае нет. И в легкой атлетике тоже ждать сразу нет смысла. Будем ждать 10-15 лет, я думаю, возможно, мы еще поживем. Такой ситуации с футболом опасаются, да, что если будет площадка, и если в эту площадку очень большие деньги будут заложены, а результата не будет, то, соответственно, те, кто придумал эту историю, ну, смотря что считать результатом. Смотря что считать результатом. Я считаю, что количество занимающихся — это уже результат. То есть хорошие условия для ребенка — это тоже результат. Мы все-таки должны о них немножко думать, а не только... Евгений Алексеевич, как вам такая стратегия?
Конечно, это естественно, нет, это секрет, что самое основное на нашем уровне, в этом региональном, конечно, привлечение, чем больше занимающихся, тем лучше. Вот из этого числа, конечно, из массовости должны кто-то появиться. У нас в данном случае в футболе есть такие люди. Вот мы о них, наверное, поговорим, если слово дадите. Конечно. Да? Вот. Буквально еще пара предложений, вот. И все. И, конечно, вот я хочу вот отметить Сергея как тренера, будучи тренером детской спортивной школы номер 5, мы многие годы, десятки лет выигрывали самые основные соревнования, эти юношеские соревнования, и Кубок области по футболу, и первенца. И в том году неожиданно, и может неожиданно, я думаю, неожиданно, а за счет творческого труда Сергея, у него команда юношей стала победителем Кубка области, обладателем Кубка области, победителем чемпионат Кировской области. Это очень здорово. И есть там ребята способные. Вот это сказывается анаэробная работа, ущерб, техника тактической деятельности. Вот, я считаю, да. Он переиграл всех. Я эти игры смотрел осенью. Мне очень команда понравилась. То есть... Будучи уже не директором, я уже трезво смотрел на все команды, которые участвовали в этих соревнованиях. Mm-hmm. Ну, давайте теперь про звездочек. Вот душа просит. Душа просит, да. Вот у меня было заготовлено тут на нескольких листах. У нас есть вот так свои среди чужих сборные Вятки. Ну, вот, допустим, сегодня. У нас вот Карен Исраэлян родился в Армении. В 1994 году переехал с родителей в город Киров. Занимался у Кирилловых. Вот, занимался в детской спортивной школе. Итог у него какой? Игрок национальной сборной Армении с 19 до 21 года. А затем главная команда Армении. Один матч 19 лет со сборной Литвы в Кубке чемпионов. На Кировской базе, да? Да, на Кировской базе. Вот защитники. Мастер Андрей Малых. Это воспитанник детской спортивной школы номер 5. Он получил звание мастера спорта, играя за команду Оренбург. Оренбург. Михаил Багаев, в данный момент капитан команды Курска, играл за многие команды. Торпедо, Рубин, СКА Хабаровск, Краснодар и многие-многие. Сейчас он капитан. В этом году он, значит, получил право на получение звания мастера спорта. Занимался тренер его первый Юрий Вячеславович Ларьков. Вот. Ну, трансферная стоимость – это 250 евро у него. Артем Пасько, это тоже тренер Кирилла Александра Ивановича. Играл за «Волгу» Нижний Новгород, «Сокол» Саратов, «Балтика» Калининград, «Динамо» Санкт-Петербург и другие. Тоже с трансфера стоимость 250 евро. Вот. Александр Мясников, тоже воспитанник детской спортивной школы номер. Играл за «Динамо», за «Спартак», сейчас играет за «Торпедо» Владимир. Вот тут о деньгах не говорится. Вот. Владислав Тюфяков – это воспитанник, это тренер Ефимов Леонид Николаевич. Играл в дубле Краснодара, ну, естественно, за спортивную школу играл. Сейчас выступает в команде… КамАЗ. КамАЗ. Вот. Трансферная стоимость 50 тысяч евро. Вот. Ален Аскеров. До 13 лет тренировался в Кирове, затем перешел в Мордовию. Тренер Ефимов Леонид Николаевич. 8 игр, 1 гол за клуб Новиград, Хорватия. Сейчас играет за границей. Сорокин, тоже известный футболист. Это все воспитанники. Пятый. И других команд дойдут. Тоже играл Замур, Благовещенск, Новотроицка. Сейчас играет, вот, где у нас? Он тоже Торпедо Владимир, по-моему. Торпедо Владимир тоже перешел. Видите? А Никита Глушков, это тренер Валерия Александровича Конышева, «Локомотив». Он играет за «Урал». Много-много. Вот вопрос. И давайте последний, который у нас. Алексей Пугин. Это тренер, занимался у Шабалина Юрия Викторовича. Вот. И он за многие команды играл. Сейчас играет за «Балтику» Калининград. И вот один вопрос такой. Мы, наверное... Его спросили в интервью, значит, местной газеты «Калининградская правда». Говорит, как вы считаете, в Кирове почему нет футбола? Он ответил, дословно, в Кирове нет заинтересованных людей в развитии футбола. Все. А куда делись-то? Разъехались? Нет заинтересованных людей. Нет.
развивать футбол, нет заинтересованных людей. Но ведь они же были, развивали же. Вот сколько фамилий вы перечисляете. Откуда я думаю, он имел в виду вот заинтересованных людей среди руководства города и области, вот, а не среди нас, специалистов. Вот, и мы с вами переходим к другому вопросу уже. Что касается негосударственного, будем так называть, футбола. Да, ЛФЛ, о которой мы уже говорили очень много здесь, в этой студии, и работы Федерации, да, Федерации футбола Кировской области. По сути, мы сейчас видим такую картину, как мне это предстает, моему взгляду, о том, что ЛФЛ, там 60 и больше команд зарегистрировано, ребята играют, постоянно тренируются, показывают успехи, это все освещается, все рукоплещут, да, все восторгаются работой футболистов, причем команды непрофессиональные, любительские, и федерация, где очень много, там, по-моему, около 10 команд, да, заявлено было в этом году. Семь, да, меньше 10 даже. Почему такая разница, и не лучше ли это все дело как-то объединить для того, чтобы совместную идею продвигать? Я сейчас некоторый вопрос затрону, Сергей, я думаю, добавит. Дело-то за многолетнюю историю проведения чемпионата в области. Я сам работал в облспорткомитете, проводил эти соревнования, и знаю, какой уровень соревнований, высокий уровень, много команд участвовало. А в этом году, за многие лет, чемпионат области не проводится. Он не проводится. Ну, это одна из причин, то, что высокое, тем более это соревнование под юрисдикцию Министерства спорта попадают, и они передали функции проведения соревнований Федерации, областной федерации футбола. Mm-hmm. Областная федерация футбола, то, что еще привлечение бюджетных денег, она еще сделала взносы 40 тысяч с команды. Mm-hmm. То есть это как непомерно... Как раз то, о чем говорит Алексей Пугин. Да, это не непомерная ноша для команд, которые участвуют в чемпионате области. И, естественно, команды отказались. И инициативная группа создала свою группу, где участвует 8 команд. В том числе команда «Машиностроитель», команда «Навяч», вот детская спортивная школа, вот «Олимпия», «Кирово-Чепец», «Котельнич» впервые участвует. То есть две команды «Вахруши». То есть нашли выход. То есть такие суммы не платить, а разумную 7 тысяч за взнос и участвовать в соревнованиях. А областная федерация футбола проводит турнир среди 7 команд. Угу. Ну, там взносы большие. Там. Вот. Вот, на 6-7 вот, команд, которые объединить, конечно, это надо объединить, но должен человек авторитетный, уважаемый, чтобы пошли навстречу. Но когда конфликт интересов, значит, финансовый, с одной стороны, большая сумма, с другой меньше, то, естественно, хотят побольше заработать. Либо этим повышать, либо этим понижать. Да. В итоге как-то все равно не очень. И в итоге вот такая получилась, что у нас сейчас первенства чемпионата области нет, а проводится просто турнир. Турнир просто Кировской областной федерации и турнир, который назвали турнир «Вятка». Ну что, а на этом мы сегодня вынуждены закончить. Мне кажется, нам еще полчаса минимум нужно с вами, чтобы окончательно разобраться с тем, что происходит. У нас больше времени нет. На сегодня все. В следующий раз тогда обязательно пригласим вас снова. Надеюсь, что отзоветесь и придете. Да, хотя нельзя жаловаться на это никогда. Итак, сегодня говорили мы о последствиях чемпионата мира по футболу, о том, как он прошел замечательно, как все рады. Остановились мы на не очень яркой точке. Это состояние кировского футбола на данный момент. Я надеюсь, что через несколько недель вы еще к нам уже, мои гости, в студию придете. И мы с вами продолжим разговаривать именно о возможностях развития футбола в Кирове, возможности возрождения команды профессиональной кировской. Есть ли такой шанс вообще? Конечно, есть, я думаю. Да. И хотел бы затронуть предметно именно, кто заинтересован все-таки у нас в Кирове. Кто, хоть и Леша, хоть наш воспитанник сказал, что нет. Нам просто интересно затронуть, кто именно способствует развитию футбола. Всех заинтересованных. И кто не способствует, главное. Министр спорта. Нет, давайте, кто не способствует, это понятно. То есть это будут все те, кто не способствует. Поэтому всех заинтересованных тоже приглашаем в разговоре поучаствовать. О времени выхода в эфир мы объявим заранее. А сегодня в студии был ветеран кировского футбола Евгений Душкин и Сергей Самарцев, старший тренер по футболу «Шор номер 8». Спасибо большое, уважаемые гости. Вам, очень приятно было с вами побеседовать. Вам спасибо за приглашение. Спасибо. До свидания. Всего доброго. С верой в спорт. Ты постоянно сомневаешься, откладываешь принятие решений. Позволь себе жить лучше уже сегодня. В жилом комплексе «Золотой ключ» элитные квартиры с выгодой до 300
тысяч рублей. Дом, не имеющий аналогов. Звони 440101. Проект реализует группа компаний «Новый дом». Застройщик ООО «Трансхолдинг». Проектная декларация на сайте новыйдом43.рф.